Всем привет! Меня зовут Дарина, это Лиза и Ника. Рада видеть вас на своем YouTube-канале. Сегодня у нас видео на очень интересную тему. Ну, вы, конечно, уже прочитали название. «Ребенок и собака. Чем полезны собаки для детей?» Вы часто в комментариях просите меня снять видео о том, как уговорить родителей купить собаку. На самом деле в интернете уже много подобных роликов, и я думаю, что не буду оригинальной, не скажу ничего нового, если начну давать вам советы, как это сделать. Тем более, мне в моей жизни никого не пришлось уговаривать. Моя история такая. Как только я научилась ходить, была совсем маленькая, я стала ловить всех кошек и собак, которых встречала на улице. Почему-то удивительно, они от меня не убегали. Мама, конечно, беспокоилась обо мне, и было принято решение купить мне собаку, чтобы я тискала только ее. Вот так у меня появилась первая собака. Потом на протяжении всей моей жизни у нас были и есть домашние питомцы. Мне в этом плане очень повезло. Но сегодня для вас я решила снять видео о той пользе, которую приносят детям домашние питомцы, в частности, собаки. Ну что, поехали! Психологи уже давно обнаружили, что у детей, растущих рядом с животными, очень быстро развивается чувство ответственности за свои действия. Это наиболее ценное человеческое качество, и оно вряд ли разовьется, если ребенок будет проводить время с игрушками или за компьютером. Ребенок, который заявляет о желании завести собаку, как личность развивается гармонично и цельно. Собака поможет ему повзрослеть, стать собраннее, ведь теперь ему есть о ком заботиться. Ему можно поручить, например, кормление, позволить дать питомцу миску с кормом или смену воды. Многие собаки с удовольствием дружат с детьми и становятся партнерами по играм, помощниками в познании мира и развитии. А, например, собаки пастуших пород или собаки-компаньоны могут стать малышу отличной няней. Такая собака не даст ребенку заблудиться на прогулке, не позволит отойти далеко от взрослых, будет охранять от незнакомцев. Немецкие ученые провели ряд экспериментов и исследований и сделали вывод, что собака в доме активно влияет на воспитание ребенка. Они доказали, что на примере собак дети обучаются очень важным человеческим качествам – преданности, честности, терпимости к недостаткам других людей, неспособности к подлости, способности прощать, безусловной любви. Дети, которые растут с собаками, приобретают жизненный опыт, который им так понадобится впоследствии. Продолжительность жизни домашних собак составляет 10-15 лет, что может совпасть с периодом взросления вашего ребенка. Уход за собакой на протяжении всей ее жизни способен научить их немаловажным родительским навыкам. Некоторые люди говорят: «Собака не для нашего ребенка, потому что он боится собак». Но если у вас в доме будет собака, ваш ребенок может избавиться от этого страха. У него повысится самооценка и появится чувство гордости, что у него есть четвероногий друг. Дети часто доверяют собаке свои секреты. Когда родителей или других близких родственников поблизости нет, собаки нередко их заменяют. И доказано, что собака способна дать ту эмоциональную поддержку, которая так необходима. Ребенок, который осознает, что он не один, что у него есть друг, он легче адаптируется в обществе, увереннее ведет себя в компании сверстников. Страх, беспокойство, депрессия – все эти проблемы возникают гораздо реже, если у вашего чада появляется надежный и верный друг. С собакой нужно гулять. Прогулки с собакой на свежем воздухе полезно влияют на развитие детского организма. А подвижные игры с собакой – это отличная физическая разминка и тренировка для растущего организма. Собака в доме полезна для здоровья. Исследования показали, что дети, которые имели собаку в первый год своей жизни, менее склонны к развитию астмы, чем те, у кого собаки не было. Также доказано, что те малыши, в чьих семьях были собаки или кошки, реже заболевали простудными и инфекционными заболеваниями, чем те, кто рос без домашних животных. Эти факты подтверждают теорию гигиенической гипотезы, как ее называют, о том, что дети, которые воспитываются в сверхчистой среде, более склонны к возникновению аллергии, астмы и других заболеваний. По мнению ученых, домашние питомцы создают благотворный эффект. Это происходит потому, что те микробы и грязь, которые собака приносит с улицы, стимулируют иммунную систему младенцев, и они реже болеют. И напоследок, еще один поразительный факт для тех, кто переживает, что с появлением собаки в доме исчезает порядок и чистота.
Исследования показывают, что в семьях с собаками в среднем более ответственно относятся к вопросам гигиены, чем в семьях без собак. А еще домашние животные увеличивают время, проведенное семьей вместе, и количество положительных эмоций. Если в семье, где есть ребенок, появится собака, будет ли в два раза больше хлопот? Да, будет. Но и счастье, радости и веселье тоже будет в два раза больше. Можно долго рассуждать, взвешивать все за и против содержания в доме собаки. Но если ребенок научится с любовью, уважением и заботой относиться к собаке, то и в отношениях с людьми у него тоже будет меньше проблем. Забота о слабых братьях наших меньших делает нас сильнее и добрее. Собака подарит вам много лет преданной и беззаветной любви и станет верным другом вашему ребенку. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в новых роликах. Пока. Oh, oh no!